Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Начнем с позитивнейшего позитива. Сегодня Международный день поцелуев. Ученые утверждают, целоваться не только приятно, но и чертовски полезно для здоровья. И чем дольше длится поцелуй, тем оно для здоровья полезнее и лучше. Ну а сейчас переходим от теории к практике. Девушка, можно вас поцеловать? Можно. Класс! Жители дома номер 16 по улице Дружбы жалуются на то, что по их двору абсолютно невозможно ходить. И, если честно, чуточку преувеличивают. Ходить-то все-таки можно, но вот удовольствия не получаешь, ни малейшего. Все дело в том, что асфальт разбит, все в ямах и колдобинах, кругом грязища. И это даже тогда, когда дождей не было несколько дней. А когда погода дождливая, здесь вообще море, океан и грязь непролазная. Ни в модельных туфельках, ни в летних ботиночках не прогуляться. Это уж абсолютно точно. Улица Уральская, 110. Этот старый зеленый дом – настоящий пасынок городского жилищно-коммунального хозяйства. Вы думаете, вот эта урна – единственная здешняя проблема, ничего подобного, это еще цветочки. А ягодки пройдемте и посмотрим. Вот буквально пара шагов. Раньше здесь была контейнерная площадка для мусора. Сейчас просто филиал пермской городской свалки, который не вывозится не то что неделями, месяцами. Благоухание, сами понимаете, соответствующее. Антисанитария полнейшая. И что характерно, все об этом прекрасно знают. Вот только не делается ничего. Ну а в качестве кадра дня дежурного по городу очередной урок русского языка. Поворачиваемся и читаем объявление внимательно. Асфальтирование дороги. Укладка тротуарной плиты. Ну что тут скажешь? Двоечка за грамотность. Ну и напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Итак, вот сертификат. Это путевка на четвертую смену в оздоровительно-образовательный лагерь «Звездный». И достается этот сертификат Евгению. Именно он вместе со своей супругой Наташей нашли на берегу реки Чусовой камушек с отпечатком ископаемого насекомого, которому более 200 миллионов лет. Этот привет из далекого прошлого вы могли видеть в дежурном ровно неделю тому назад. Дорогой Евгений, сертификат ваш. Ну а Игорь Гиндис и Михаил Осетров на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефе» в интернете. Завтра увидимся, а на сегодня все. Спасибо, удачи, пока.